эпиграф. Умерли все. Осталась одна Таня. Из дневника Тани Савичевой. Ленинград, 1942 год. Это очень хорошая идея, потому что видные деятели культуры, политики читают детям книги о войне, читают книги из советской классики, из современной классики, дают какую-то, привносят свою собственную оценку. Сегодня мы читаем книгу видного прозаика Юрия Яковлева «Девочка с Васильевского острова». Она так взяла ее дневник и написала все почерком своей лучшей подружки. От голода многие люди умирали, но война была очень тяжелой, и людям было тоже всем тяжело, и детям, и взрослым, и они умирали от голода. Вот это произведение ты до этого момента знал? Знал я его. В детском саду читал еще. Какое впечатление у тебя произвело? Жалость, в общем, потому что я тогда был сам очень маленький, как бы, и понимал то, что я мог бы вполне оказаться на ее месте, родиться, и так благодарю Бога, то, что как бы я все-таки это не переносил, наверное. То, что мне их было очень жалко, и при этом одновременно гордился то, что все-таки это вот я россиянин, и то, что это моя страна, которая никогда непобедима. Она могла бы давно уже вырасти, стать учительницей, но навсегда осталась девчонкой.